Тимуру Шаймарданову удается совмещать не только учебу в магистратуре с работой, но и активно участвовать во всевозможных конкурсах и грантах, заниматься волонтерской деятельностью и разрабатывать свои проекты. На форуме «Байкал-2020» он предложил проект по переработке мусора. В 2015-м принимал участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов». Помогал в организации Всероссийского фестиваля науки. И это только часть списка его достижений. Активная жизненная позиция недавно помогла ему одержать еще одну победу. Юноша вошел в число стипендиатов благотворительного фонда Владимира Потанина. Теперь до окончания учебы в магистратуре Тимуру, как и другим обладателям стипендии, будут выплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно. Юноша признается, отправившись во Владивосток, на конкурс не ставил перед собой цель победить. Рассчитывал расширить круг общения и наладить связи. За один день, дневной день, очень трудно узнать человека, что он из себя представляет, тем более, когда там бегают 200 сумасшедших ребят, которые приехали, и это каждое задание дается по 20 минут. Что ты поймешь? А в твоем изложении, в твоем месте, в котором ты долго очень работал, можно понять, что ты из себя представляешь. Летом Тимур планирует принять участие в школе фонда Потанина, где хочет представить свой социальный проект, связанный с образованием в сельских школах. До этого уже в конце марта магистрант представит Иркутскую область на международном арктическом форуме в Архангельске. Всего в стипендиальном конкурсе Потанина приняли участие около 2000 магистрантов из 75 вузов России. Из них выбрали только 500 победителей. Важную роль играли организаторские способности, умение работать в команде, нестандартное мышление, целеустремленность и ряд других качеств. В числе обладателей именной стипендии Потанина 8 магистрантов из Иркутска, трое из них учатся в Иркутском техническом университете.